бесправия, возрадуйтесь, ибо я вернулся. Склонитесь предо мной, и давайте вернемся к делу. Склониться? Разве тебя не свергли и не заключили в тюрьму твои же ведьмы? Еще вопросы? Лорд Утренняя Звезда? Сейчас будет весело. Да? А ты кто? Калибар, принц ада. Как ты можешь быть принцем ада, когда я сам ад и ничего о тебе не знаю? При всем уважении, милорд Люцифер, мы проводим состязание по поиску трех объектов нечестивых регалий. Да, я в курсе, Вельзевул. Нужно следовать инфернальному протоколу. Состязание должно быть доведено до конца. Калибан и Сабрина нашли по одному предмету. Тот, кто найдет третий, 30 сребреников Иуды Искариота, займет трон ада. И даже вы не можете вмешаться. Тогда где моя дочь? Она появится. Как обычно это бывает. Бред какой-то.